Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально на днях я познакомилась с новым исполнителем по имени Терри. Вот, и меня попросили послушать его песню «Домофон». Ну, давайте ее вместе и послушаем. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома, не ночуешь дома. Привет, далёких планет, я твой марсианин, что благодаря лишь тебе после стольких скитаний обрёл свой дом на земле, снимая одежду из Кореи, иди ко мне, эй. Я был сегодня на дне, там царствует суета. Держу как будто во сне, пока не встретил тебя. Я далеко не эстет, но этих чувств высота меняет меня изнутри, на уровне ДНК. Иди сюда, всё, что ты знаешь, обо мне не сплю. Вы знаете, вот когда он Скридер пел, как-то... Он был поярче, а когда один, пока еще слабоват. Я каждый день абсолютно свежий. Знай, нужен тебе и дело не в кэше. Уже кричу тебе на всю страну, я до сих пор не знаю почему. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома, не ночуешь дома. Мне не нужно слов, твой язык тела мне переводит любовь. Знаешь, ты очень смелая, раз связалась со мной. И этой ночью уверен я, ты не захочешь домой. Детка, будь моей звездой, в небе ярче солнце светит. Чтобы сердце шло за тобой и не заблудилось в пути. Это мания, когда мы с тобой одни. Это магия, объединяет наши миры. Иди сюда. Уверен, что ты не расскажешь маме, чем мы занимались до утра. Лови четвертый выпуск на экране. Снимай одежду и иди сюда. Я каждый день становлюсь успешней. Знаю, нужен тебе и дел не в кэше. Уже кричу тебе на всю страну, я до сих пор не знаю почему. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь дома. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами? Ведь ты целую неделю снова не ночуешь. Не ночуешь дома, не ночуешь дома. Вот знаете, вот для меня, как я говорю, изюма не хватает. Мне не хватило изюма абсолютно. Она такая какая-то обыкновенная абсолютно песня. Без всяких заморочек, без всякого такого чего-нибудь оригинальненького. Ну, просто песенка. Простая песенка. Ну, может быть, она на любителя, может, она кому-нибудь понравилась. Вот, я не могу сказать, что она мне не понравилась, но она меня не впечатлила. Вот, не словами, потому что там слова-то, ну, такое что-то элементарное. И музыка такая простенькая, без всяких подъемов и падений. А вот с Кридом он звучал гораздо мощней. Ну, пока что, может быть, он начинающий исполнитель, поэтому так. А вот и все.